Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сейчас с вами находимся на строительном объекте, где строится ПКТБ «Совалмаш». Это проектно-конструкторское технологическое бюро. И заниматься здесь будут разработками асинхронных электродвигателей с применением технологии совмещенных обмоток «Славянка». Но у всего этого была предыстория. И как-то на нашем канале мы делали уже некое расследование о том, с чего все начиналось. И в ходе него выяснили, что была написана такая очень интересная статья в газете «41». Называлась она «Неистовая ярость праведного ученого». Рассказано в ней было о Николае Васильевиче Еловеге, о его вкладе в двигатели строения. И так посчастливилось, что статью эту написали именно вы. Давно дело было. Много лет прошло. 27. 94-й год был, правильно? Да, да, да. Вот. Все-таки удалось нам с вами пообщаться, мы этому очень рады и хотим из первых уст узнать, как же это было, как вы познакомились с Николаем Васильевичем, почему решили написать это, осветить. Он появился в редакции, где я работал, в 41 газете. Сам пришел. Но дело в том, что, конечно, уже была почва для того, чтобы начать разговор на эту тему. А почва какая? Газета стала публиковать острые материалы о положении дел зеленоградской микроэлектроники. И к нам, можно сказать, гурьбой посыпали ученые, которые занимались проблемными вопросами. И они рассказывали о каких-то своих неурядицах, с которыми им приходилось сталкиваться, и развернулась даже такая дискуссия в газете, которая называлась «Советско-американская драма» или «Американо-советская драма Зеленограда». Ну и у этого есть своя предыстория, что когда начинался нулевой цикл, скажем так, Зеленограда, строительство города микроэлектроники, центра новой отрасли, то там участвовали два американца, бежавшие из Соединенных Штатов, опасаясь, что наступит месть. Они были знакомы с Розенбергами, с супругами, вот, которых казнили на электрическом стуле, якобы за выдачу секретов атомного оружия Советскому Союзу и так далее, и так далее. В общем, эти ребята добрались, они еще тогда были молодые инженеры, но уже разработчиками работали. Добрались через сложными, очень сложными путями до Советского Союза. И им даже наше правительство дало предприятие в Ленинграде. Почтовый ящик номер 2, так называемый. В Москве был почтовый ящик номер 1. Конечно, оба эти предприятия были секретные и работали на будущее. Но это к названию этой драмы. Почему? Потому что, хотя они и приняли участие в начальной стадии проектирования отрасли микроэлектроники, тем не менее, конечно, отрасль была создана усилиями всего нашего народа, специалистами, в том числе, я знаю, и специалистов из первого этого почтового ящика секретного, Горяина, вот мы сегодня его уже, так сказать, упоминали, оттуда пришел к нам, и Колосов, я с ним знаком был, главный конструктор по радиолокации и так далее. В общем, после того, как мы стали публиковать острые материалы на тему положения дел зеленоградской микроэлектроники, а они стали плачевными после того, как произошел вот этот новый экономический переворот в стране, то многие язвы, которые раньше не обнаруживались, никому не были известны, они вдруг стали выявляться. И вот появился Николай Васильевич Еловега с очень сложной биографией человек. Вот, там одна биография заслуживает внимания, помимо, так сказать, всех разработок, которые он осуществил, революционных, интересных, новаторских. Вот. Сама биография это требует отдельного, скажем так, романа. Он изложил все то, что он хотел, больной своей душою,
показать широкой публике. И я поэтому по результату встречи с ним написал эту статью, которая неожиданнейшим образом аукнулась вот в наши дни, в наше время, через столько лет, что у меня вызвало даже изумление, удивление. Вот. И я сегодня познакомился с коллективом разработчиков новой технологии. Я вижу, что дело приняло, наконец, серьезный оборот. Те идеи, которые когда-то просто витали в теоретических каких-то рассуждениях, ну и в попытках, конечно, экспериментальных, вот этого профессора Еловеги, они получили практическое развитие. И вот, как мне говорят, через год, Маяковский писал, здесь будет город-сад. Вот здесь не город-сад. Мы видим, что здесь будет производство, мощное производство. И даже производство, слово может быть не совсем правильное, потому что оно начинается с производства документации конструкторской, с производства опытных образцов. Вот. И только потом может получить то производство, тот масштаб развития, на который человечество в целом, вот не какие-то отдельные фанатики, энтузиасты, а человечество в целом может рассчитывать. Почему? Потому что те двигатели, которые здесь будут разрабатываться и запускаться в серию, они обладают такими характеристиками, которые позволят вызволить огромное количество мощностей, ныне работающих на планете Земля. Вот производится, говорят, в 10 миллиардов асинхронных двигателей. Вы представьте себе 10 миллиардов асинхронных двигателей, которые имеются в каждой квартире, может быть, по десятку двигателей, на мелких всяких машинах, начиная от электромясорубки, там, и дрели и так далее. Вот. Холодильника. Так вот, значит, двигатели, которые на планете Земля потребляют такое огромное количество электроэнергии, что если увеличить коэффициент полезного действия или энергоэффективность их по новым стандартам, которые сейчас разработаны, энергоэффективность повысить их, ну, в том процентном отношении, которое просматривается, видно, показано уже на образцах, значит, до 40% экономии, 30-40%. Ну, это зависит от очень от производства, от режима работы, но во всяком случае суммарная экономия по электроэнергии окажется таковой, что если всю энергетику планеты перевести на новую, всю, значит, моторную вот эту вот часть планеты перевести на двигатели энергосберегающие, скажем так, ведь выражение энергосберегающие технологии, оно давно бытует, еще задолго до двигателей. Но дело в том, что вот именно в этой отрасли, в производстве моторов электрических, оно только сейчас начинает делать рывок мощный. Я не знаю, сколько пройдет лет, прежде чем человечество перейдет на моторы новой конструкции. И мечта тех людей, которые не являются, ну, скажем так, маниловыми, это прагматики, это люди-инженеры с научным расчетом и подходом к проблеме. Вот. И окажется, наконец, что если будут заменены все электродвигатели на планете на двигатели нового образца, то экономия энергомощностей позволит остановить атомные электростанции, вот эти вот на угле работающие, на газе работающие. А это мы знаем, что проблема общепланетарного масштаба, выделение вредных выделений от использования
для получения электроэнергии от использования полезных ископаемых, вот этих невозобновляемых источников. Ну, здесь же, знаете, еще даже добавлю, есть еще очень важный момент. Если взять, скажем, 3 стандартных двигателя и переработая их, мы сможем получить 4 двигателя с совмещенными обмотками. Это говорит о том, что мы не только сможем сократить выработку электроэнергии, но в то же время остановить выработку некоторых полезных ископаемых. Потому что тех двигателей, которые уже есть, при повторной переработке будет вполне достаточно для того, чтобы получить необходимое количество новых двигателей. Ну, мы говорим, да, о чем? О материале, о затратности материальной. Да? Сколько материалов потребуется на изготовление? Оказывается, помимо того, что они дадут экономию вот, в энергетике, вот, они массой своей будут намного отличаться от всей совокупной интегральной массы всех двигателей на Земле, так что действительно экономия по материалам, необходимым для производства двигателей, тоже будет, наверное, давать существенный результат. Вот, ну... Доживет человечество, я верю. Конечно, доживет. До такого времени. На самом деле, получается, что процесс, он всеобъемлющий. И внедрение этих двигателей, на первый взгляд, казалось бы, ну вот есть один двигатель, он работает, скажем, вот напрямую от розетки и тратит определенное количество электроэнергии, он ее потребляет. Но существует такое понятие, как энергосеть в целом. И электричество из розетки, потребляемое двигателем, должно как-то в эту розетку попасть. И для того, чтобы организовать вот доставку электроэнергии, также в этом участвуют и двигатели, и многое-многое-многое. Ну, даже сечение проводов уже можно уменьшать. И если смотреть на этот процесс более глобально и внедрять данные двигатели именно в эти системы, это позволит добиться очень внушительных результатов. Почему? Потому что, как мы уже говорили, планка полезной работы двигателя значительно больше, если в нем применены технологии совмещенных обмоток. То есть двигатель показывает высшие КПД, более высокие значения КПД в переходных работах, не номинальных, перегрузки, в недогрузке, нежели чем классические. Поэтому вот на самом деле действительно ситуация очень интересная. И в принципе за нашей спиной находится то здание, которое позволит продемонстрировать это наглядно. Хотя это и так демонстрировалось уже долгие годы. Примером тому служили работы сотни лицензированных обмотчиков, которые перематывали двигатели по этой технологии на заводах, в частных случаях, где только они не использовались. Уже на сегодняшний день, вот в 1994 году появилась статья, в 1995 году с ней познакомились, и началась работа. Эта работа на сегодняшнего дня, она продолжалась. И сегодня вот фаза активного строительства. Но, тем не менее, сотни тысяч синхронных двигателей с совмещенными обмотками уже трудятся и делают мир лучше. Александр Альбертович, я хотел еще отметить вот такой момент. Смотрите, у вас на выставках, на вывесках, которые здесь, значит, отмечают эту стройку, вот там стоит. На базе технологии «Славянка». «Славянка» называется вами, названа, или народом, я не знаю, всеми, наверное, пользователями, кто имеет к этому отношение. Вот этот проект «Славянка» называется. И я отмечу его историческую преемственность с тем названием, которое дал в свое время «Еловега» Николай Васильевич. Он называл, это я его назвал, двигатель «Еловеги». Ну, там двигатель дизеля, например, дизель – это фамилия, значит, да. Вот так и называется по фамилии дизель. А я назвал двигатель Еловеги, Еловеги. Но он сам был более скромный человек, чем казалось бы. Он называл русский параметрический двигатель. Ударение на параметры этого двигателя, которые отличны от всех прежних двигателей асинхронных, там Долево-Добровольского модель там, и другие. Значит, вот эта преемственность, которая хорошо ложится на нашу отечественную российскую почву, вот на которой мы стоим, ну, позволяет верить, надеяться, что наша страна будет одним из мировых лидеров
в развитии этой новой экономической модели, промышленной модели, ну, в энергоресурсопотреблении, скажем так. Я думаю, это вполне возможно, реально, и темы заняты, темы занимаемся. И на самом деле, на сегодняшний день, вот наш проект «Соволмаш», он собрал вокруг себя очень много внимания. У него входит огромное количество участников. Есть партнеры и в разных странах, есть те, кто за нами следят по всему земному миру. И вот результат этой работы, которая была начата еще в далеком 1994 году, хотя она на самом деле даже раньше, она еще до этого началась и разными людьми. Изначально частный случай двигателя с совмещенными обмотками удалось сделать электрику на Урале, насколько мне известно. Потом это увидели другие деятели, были патенты. Потом Николай Васильевич также это увидел, ознакомился и сделал конкретный тоже вариант двигателя. Дмитрий Александрович Дуйнов эту идею изучил. И... Вот я бы хотел, чтобы это имя в полном его сочетании с фамилией и отчеством прозвучало совершенно четко. Дмитрий Александрович Дуюнов или Дуйнов, я не знаю, как правильно. Дуюнов, да? Дуюнов. Дуюнов. Вот. Вот я с ним познакомился, я вижу, что это мотор вот всего этого производства, перехода на новые рельсы, скажем так, условно. Вот. Что не было бы этого человека, я не знаю, кто бы еще мог взять это в руки свои и добиться уже на сегодняшний день результатов, которые мы можем отмечать. Ну, а о будущем нам остается только говорить предположительно. Но я говорю это с уверенностью, что это будущее благодаря этому человеку и благодаря тому коллективу, с которым я сегодня обошел, познакомился, я видел, как работают люди на опытных площадках, арендуемых у других структур, позволяет надеяться, что эта вера не пустая затея, что она осуществится. Вот. И поэтому к славным тем именам, которые прежде внесли вклад в эту идею, родили эту идею и в ее развитие внесли свой вклад, добавляется вот и новое имя, и новые имена, и этот коллектив будет мощным, потому что вот этот бетон, вот эти железобетонные конструкции, швеллерные тут, значит, конструкции, они прочны. Они дадут вам возможность ту, которой будет аплодировать наша страна и человечество тоже, которое будет кооперироваться с нами, я так думаю. Будем стараться, работаем дальше. Мы привыкли говорить о том, чего мы уже успели достичь, о тех результатах, которые были получены, но планы есть, они весьма четкие, задачи поставлены и идет их выполнение. Поэтому спасибо вам за ваше участие, спасибо за то, что посетили нас, за добрые слова. Будем всегда рады видеть вас у нас на территории, на площадях. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну а вы, уважаемые зрители, как я уже и сказал, можете подробно ознакомиться с теми промежуточными результатами и выполненными задачами, которые уже мы успели поставить и реализовать, просмотрев видеозаписи, которые представлены на канале «Соволмаш». Поэтому хорошего вам времени суток. До новых встреч!